Привет всем, с вами снова Антон Апарин. И сегодня в этом видео я хотел бы сделать небольшое продолжение к предыдущему ролику, который, кстати, уже набрал более 105 тысяч просмотров и более 10 тысяч лайков, за что вам огромнейшее спасибо. И давайте сделаем небольшое предложение и поговорим о том, как строить простейшие аккорды на тех нотах, которые мы выучили в предыдущем ролике. А также чуть-чуть поговорим об их применении и отработке. Итак, приступим. Есть несколько форм простейших аккордов, и им даже дали названия. Эти названия были связаны с тем, на какой именно струне находится их тоника. А тоника, как вы помните, это самая основная нота в аккорде, это и есть тональность аккорда. Так вот, например, если мы возьмем ми мажор или ми минор, тоника находится на шестой струне, еще на первой, но первая это копия шестой. Поэтому, а шестая струна у нас это струна ми, поэтому вот именно по этой форме, по всему грифу, эти все аккорды назвали ми-мажорной позицией, именно форма этого аккорда. Если мы берем аккорд от пятой струны, мажор или минор, но тоника здесь находится на пятой струне, поэтому эту форму назвали формой ля, то есть позиция ля. Если тоника находится на четвертой струне, аккорд ре или ре минор, тональность ре, здесь тоника находится на четвертой струне, четвертая у нас струна ре, поэтому аккорд, именно эту позицию, вот эту форму аккорда, она, ее можно взять здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь, здесь одинаковая, ее называют позиция или форма ре. Дальше тоник находится на струне ля, ой, соль, третья струна соль, форма аккорда вот, либо здесь ее можно взять, либо здесь, либо где угодно. Тоник находится на третьей струне, поэтому называется форма соль. Да, согласен, здесь еще есть тоника на шестой струне, в этом аккорде, но просто из-за удобства, чтобы вам было легче запоминать, потому что они по квартам находятся. Их сделали именно таким образом, поэтому название как бы по квартам и по открытым струнам просто их сделали. Но, как бы тут по открытым струнам хорошо, но вот есть одно исключение только, это позиция до. Почему ее сделали так? Мне кажется, из-за того, что просто, скорее всего, аккорд Си было не совсем удобно брать на первых ладах, потому что открытая струна, если брать все струны открытые, то открытая струна соль будет для аккорда Си, это малая секста. Она минорная, грустное звучание не очень, поэтому как бы здесь вот ее не очень удобно брать. Ее, возможно, и могли бы взять здесь как-нибудь, ну, там, здесь. Но это получается уже позиция ля. Там же тоника находится на пятой струне. Поэтому ее просто сдвинули на полтона и сделали позицию до. Тоника находится на второй струне. Мажор либо минор. В принципе, все. То есть это все, что касается позиций. И эти позиции одинаковы по всему грифу, их тоники находятся именно на тех струнах. А теперь давайте вспомним с вами октавы из предыдущего видео, как они у нас располагаются на грифе. Пятой струны, шестой струны. И по этим октавам, от этих нот, построим аккорды из этих вот позиций. Начинаем. У нас получается первая позиция ми, потому что на шестой струне тоника. Затем у нас получается позиция ре, потому что на четвертой струне тоника. Или минор, либо вообще силовой. Но тоника на четвертой струне. А это позиция ре. Дальше у нас получается на второй струне тоника. А это, как мы знаем, позиция до. Либо минор. И в принципе мы сейчас мы можем взять с пятой струны то же самое. Вот получается позиция ля. Либо минор. То же самое с третьей струны. Помните у нас позиция соль какая? С третьей струны тоника. Вот у нас. Это аккорд. Либо на первой струне. Но первая струна копия шестой, поэтому здесь получается вот такая позиция, то есть ми-мажорная. И теперь мы по этим аккордам, которые мы построили от этих октав, вот они. Мы, в принципе, на них уже можем что-то поиграть, то есть взять их просто. И мы по этим аккордам начинаем играть по всему грифу, и получается музыка. Кстати, еще Брайан Мэй говорил в своей видеошколе, что он вообще любит строить свои соло на аккордах. Вот, в принципе, это и есть тот самый принцип. Я вам показывал мажорные и минорные аккорды. В них используется большая или малая терция. Вот они.
Терции, они как раз и продают это грустное или радостное звучание аккорду. В тяжелых направлениях музыки, если особенно у вас сильный гейн, они очень практически редко используются, практически вообще не используются, и играются обычно силовые аккорды. Силовые аккорды — это просто аккорды без терции, то есть получается только тоника и квинта в них присутствует, то есть вот они. А терции все просто глушатся. Кстати, если вы не используете сильный драйв какой-то песни, очень классно могут прозвучать именно мажорные и минорные аккорды. Кстати, в блюзе вообще очень популярно и практически почти везде, не везде, но почти везде используется такая фишка. Они играют, а вся гармония строится на мажорных аккордах, тоники которых являются минорной пентатоникой. То есть, допустим, ми взять, минорная пентатоника ми. И от каждой ноты этой мы возьмем мажорный аккорд. Каждая нота будет тоникой. Мажорный аккорд берем. Получается, это как раз вот такое вот западное блюзовое звучание получается именно вот благодаря этой фишке. Давайте немножко поговорим об отработке аккордов. Сперва научитесь делать качественное барре, то есть когда вы зажимаете указательным пальцем все струны на одном ладу, и у вас каждая струна хорошо звучит. При этом, чтобы у вас не было никаких вот таких вот пропущенных звуков, или вы там вообще не заглушили все. Кстати, этот прием тоже потребуется во многих аккордах, когда вы зажимаете одну струну, а остальные просто глушите. И научитесь вот этим очень хорошо пользоваться, то есть вы должны уметь хорошо зажимать все и глушить то, что не нужно. Причем каждым в отдельности пальцем. Когда вы научитесь это делать, сделайте для себя такое упражнение. Научитесь играть эти аккорды чисто, качественно и круто из неподготовленного состояния. То есть вы положили руку на колено, и у вас задача сейчас играть ля мажор. И вы берете, чтобы вы научились быстро ставить пальцы, и чтобы у вас не было никаких заглушенных нот, которые не должны были заглушены быть. Либо какой-то грязи не было, либо какие-то пропущенные звуки, чтобы вот ничего этого не было. Вы взяли аккорд классно, чисто и качественно. Все. У вас рука прямо научилась сразу, мгновенно зажимать все струны и все остальное очень качественно, чисто и так, как это должно быть. Раз, взяли. Это может, конечно, показаться, что вы бицепс качаете здесь, но на самом деле вы просто отрабатываете именно живую работу, как вы будете на сцене работать, когда у вас не будет времени вообще готовиться, брать какие-то аккорды, а в ритм-гитаре чаще всего так и происходит. И затем, то есть, когда вы научились играть так вот, смотрите на гриф, конечно, можете, вы будете это в очень медленном темпе делать, и проверяйте обязательно, чтобы когда вы взяли аккорд, что все очень чисто. То есть проверяйте прямо по одному звуку. Взяли. И вот так вот себя проверяете. И затем, следующий шаг уже, это не смотреть на гриф. То есть вы полностью уходите в живую обстановку, вы встаете, вы пишете гитарный ремень, начинаете ходить по квартире, вращать головой, смотрите в разные места, может быть, разговариваете с родственниками, без разницы. И вы учитесь просто не смотрите, вот ля, опять ля, соль, до, ре, ми, соль, ре, опять до, потом соль, потом ля, соль, до, соль, ре минор, ля минор, ми мажор. И вот так вы просто не смотрите на гриф, вообще не смотрите на гитару, и ходите, разговариваете с кем-то, отвлекаетесь, и вы просто вбиваете в подкорку эти аккорды для того, чтобы потом это у вас просто вообще до автоматизма дошло, и вы даже просто об этом не думали никогда. Таким образом, вы становитесь реальным, живым, профессиональным музыкантом, а не каким-то там, допустим, диванником, потому что, как вы знаете, это просто колоссальная разница. С первого дня, как я взял в руки гитару, я готовился именно к работе на сцене, и, как вы понимаете, это абсолютно вообще другая подготовка, и это все равно, что, знаете, вот учить английский и научиться делать какие-то упражнения на английском, да, вот там в тетрадке, какие-то там задания какие-то выполнять, да, и пойти на улицу разговаривать с реальным англичанином, то есть вот это абсолютно вообще, абсолютно разные вещи, и это нужно понимать в гитаре
Точно так же. Я всегда для себя считал эти вещи очень необходимыми, и они мне на сцене очень сильно пригодились, как, надеюсь, пригодятся и вам. Поэтому спасибо большое за просмотр этого видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о том, что у меня вышло новое видео. Всем спасибо за внимание, пока. Пока. Привет всем, с вами снова Антон Апарин, и у меня для вас отличные новости. Мы с моей командой открыли инновационную обучающую платформу. Это закрытый международный гитарный клуб, в котором я отвечаю на ваши вопросы ежедневно, а также снимаю видео, в которых подробно объясняю, как добиться техники, которая позволит вам сыграть на гитаре абсолютно все, что угодно. Ссылка на видео с более подробной информацией ниже в описании, а также ссылки на другие страницы Instagram, Facebook, ВКонтакте и другие. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, а также для вступления в клуб напишите мне личное сообщение. Всего доброго вам, спасибо за внимание, удачи, увидимся в чате.